Губернатор Приморского края Олег Кожемяка проверил ремонт дорог на популярных маршрутах у жителей и гостей края. Так, на участке автодороги Лозо-Заповедная в ежедневном режиме кладут асфальт. Сейчас здесь работает техника Примавтодора – асфальтоукладчик, катки, автогрейдер, поливомоечные машины. У нас ожидается 14 самосвалов, 15 самосвалов с асфальтом, то есть асфальтоукладчик, катки. Здесь на асфальте, потом в предыдущие, где вы проезжали, работает у нас автогрейдер, укатка земполотна подготовлен для дальнейшего асфальтирования и поливомоечная машина. Губернатор Приморья подчеркнул, что асфальтирование на всех участках нужно завершить до зимы, чтобы заниматься подготовкой дорог уже на следующий год. Провели большую работу по усилению Примавтодора на 2024 год. В этом году уже они получили 215 единиц техники. На следующий год, в 2024, они получают еще 160 единиц, получают 10 новых асфальтовых заводов, щебеночных. Техника тяжелая, это и грейдера, экскаваторы, бульдозера, самосвалы, КДМки. Поэтому надеюсь тем, что те филиалы, которые мы будем создавать по краю, дадут возможность наиболее благоприятное время и асфальтировать, и делать ремонты, и содержать в надлежащем состоянии грунтовые дороги. Напомним, в Приморье значительно увеличивается финансирование на содержание дорог. В следующем году оно составит около 7,5 миллиардов рублей. На закупку техники на ближайшие два года предусмотрено около 5,5 миллиардов. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.